Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Прививку на себе уже испытала одна из дочерей президента. Препарат разработан в столичном исследовательском центре имени Гамалеи. Минздрав зарегистрировал его в виде раствора для инъекции. Вакцина будет производиться на двух площадках в центре имени Гамалеи и компании «Бинофарм». Первыми инъекцию смогут сделать медики и учителя. Вакцинация ориентировочно стартует в конце августа или в сентябре и будет добровольной. В оборот препарат поступит с 1 января 2021 года. Власти заявляют, что вакцина показала высокую эффективность и безопасность в ходе клинических испытаний. Осложнений у добровольцев не было. В том числе и у дочери Владимира Путина, заявил сам президент на заседании с правительством. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие.